Всем привет, друзья! Меня зовут Николай. Сегодня мы вместе с вами попробуем чипсы Chipsletten. Chipsletten — это польские чипсы от бренда Loren. Ну, по крайней мере, сделаны они в Польше. Ну, вообще, вот этот вот Lorenz — это довольно-таки известная марка. Это чипсы, можно сказать, Lorenz, да. Есть Pringles, а есть Lorenz. Называются они Chipsletten. Extra Freshness Handy Tray. В общем, они, видимо, вот в таком вот поддоне. Это чипсы со вкусом сметаны и зеленого лука. Состав не такой уж страшный. В общем-то, порошок картофельного пюре 40%, картофельный крахмал 21%. И, ну, соответственно, остается 39% всего остального. 39%. Ну и туда много чего входит, ну, в том числе усилители вкуса. Е621, 627, 631. Ну а в остальном все не так страшно. В общем, если есть эти чипсы нечасто, я думаю, ничего с вами плохого не случится. Произведено в Польше. Алава, Становиц, улица Жарбинова, 37. Приходите в гости, заходите в гости в Польшу, в общем-то, заезжайте. Всем привет из Польши, кто нас смотрит. Как там у вас делишки? Расскажите. Ну что же, давайте попробуем эти чипсы. Польские чипсы, это интересно. Открывается вот тут такая вот плюшечка, ее нужно нажать. Есть, слушайте, работает эта открывашка. Теперь вот, видимо, да, ну, в общем-то, наверное, бывает лучше открывашка. Ну, кстати, нормально, то есть ничего так. Видите, она держится. А упаковка, конечно, сильно, все не по форме похожи на чипсы Pringles, но упаковка сильно уже, да, то есть она не такая плотная, не такая плотная. Но зато все, посмотрите, как стерильно и красиво, как удобно, наверное, будет есть. Я, кстати, ни разу не пробовал эти чипсы, первый раз. Вот. Но их тут меньше, то есть эта коробка, она меньше, чем коробка из-под Pringles. Так что давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Это прям эстеты такие вообще, смотрите. Это открыть как? Ага, вот, открыл. Пахнет, в общем-то, чипсами. Уже хорошо. Ну что же, вот так они выглядят. Ой-ой-ой, с них что-то сыпется. Давайте возьмем одну чипсинку. Такая малютка. Все меньше, чем принглсовская чипсютка. Раза, наверное, в полтора-два почти. Ну, полтора. Ну-ка. Пахнет кукурузными хлопьями вообще. Больше, а не картошкой. Кукуруза отдает. Что-то среднее между чипсами Estrella. Вы не знаете, рифленые чипсы Estrella. Зеленым луком. И кукурузными хлопьями. Вот, бывают кукурузные чипсы. Все они такие какие-то кукурузные, очень. Удивительно кукурузное это все. Масло пальмовое. Ну, не знаю. Возможно, кукурузный привкус, он идет как раз от, возможно, лука от этого зеленого. Вкус не слишком ядреный. Это мне нравится. Они даже менее ядреные, чем те же самые стрелы рифленые, или менее ядреные, чем Pringles. Или которые мы в прошлый раз пробовали. Которые копия Pringles азиатская, не помню, как они называются. В общем, они такие более нежные, более деликатные, эти чипсы. Не слишком твердые. По твердости чуть-чуть тверже, чем Pringles. Сильно отдают зеленью. Вообще, если вы посмотрите на них, они так этим луком хорошо так покрыты. Хрустят отлично. Ну, вообще вкусные чипсы. Ничего не скажу. Когда немножко распробуешь, этот кукурузный привкус, он уходит, и скорее начинаешь чувствовать картошку, действительно. Надо только распробовать чуть-чуть. Я уже распробовал. Вот, так что довольно вкусные чипсы, неплохие, мне понравились. Вот, и вполне себе
такой интересный продукт, уникальный в определенном смысле, потому что вот в таких вот удобных штуках я не видел еще чипсов ни разу. Они все один к одному красивые. Ну что, друзья, давайте обсудим в комментариях такие принглсоподобные чипсы. Обсудим чипсы Latin, обсудим фирму Lawrence. Что вы еще пробовали от Lawrence? Да, и всячески в комментариях жду ваших отзывов на вот эту вот эстетическую красотень. Давайте, пишите, рассказывайте. Пробовали, нет, нравится, не очень. И в целом обсудим польские продукты. Давайте под этим видео обсудим польские продукты. Что вы из продуктов питания польских едите, пробовали, нравится, не нравится. С вами был Николай, жду ваших комментариев. Пока!